Это мы сейчас грамм не там получили, да? Соответственно, аналогичный подарок мы вручаем вам. Спасибо огромное за вашу смелость, за то, что вы с нами. Ура. Слушай, отдельно, по-моему, нужно поблагодарить наш экспромт, потому что это просто нечто, и мы вручаем тебе такие же подарки. Спасибо, спасибо тебе большое, это реально нереально просто круто. Ну и, собственно говоря, наш коллектив скандинавских... Подождите, мы все знаем, мы все знаем. Наш коллектив скандинавских бабушек, так как у них есть внучки, мы тоже одариваем еще сертификатами. Возьмите еще один. На праздник. У вас же есть внуки, подарите, раздадите. Держите, держите. Ну и вы знаете... Вот вручаем, спасибо огромное. Ой, не подпишем. Ну... И вы знаете, у любой бабули должен быть крепкий орех, крепкий дед. Вы догадываетесь, с чему мы это клоним? Слушайте, я был покорен, потому что вы же такие бабушки. Я такой думаю, ой, ну девочка какая-то пришла сейчас. Ну, зачем? Угу. Мы поздравляем нашего победителя. Совершенно потрясающий просто частушки, которые хочется просто сказать вам огромное спасибо. И, ребята, вы все большие-большие молодцы. Мы вас всех попросим, пожалуйста, пришлите нам ваши частушки в личку на наших соцсетях. Мы их опубликуем обязательно, вашу прям в первую очередь. Вы большие молодцы, спасибо за то, что вы бегаете с паркраном, спасибо, что помогаете делать наш паркран ярким. Вы большие-большие молодцы. Мы вручаем подарочный сертификат на 3000 рублей. Спасибо. Наш беговой клуб... В игровой клуб наших друзей и дополнительно к нему еще два вот таких сертификата, которые помогут сделать вам ваше развлечение ярче. Друзья, спасибо вам огромное! Мы вас любим каждую субботу, в любую погоду. Мы говорим добро пожаловать на паркран Бабушкинский на Яузе. Напомню, что парканы проходят благодаря волонтерам, таким же бегунам, как и вы. Поэтому, если вы хотите помогать, пожалуйста, приходите. И отдельно мы гордимся тем, что на самом деле, не поверите, но эту неделю мы не набирали волонтеров, а мы отбивались от волонтеров, потому что помочь хотели все. И за это вам отдельный поклон, потому что это очень круто. Приходите, бегайте с нами, бегайте по всей стране. Паркан у нас больше 76 уже, если я не ошибаюсь, и будет еще больше. Ребята, спасибо. Всем спорта, всем ЗОЖ. Бабуля плохому не научит! И отдельное спасибо команде, которая сегодня помогла сделать этот замечательный праздник. Антох, спасибо. Мы с тобой это сделаем. Спасибо, низкий поклон!